Да пиздец, мне дадут поспать когда-нибудь или нет? Доброе утро, Мика. Что тебе понадобилось от меня в 8 часов утра? Выйди на улицу, пожалуйста. Прямо сейчас, ладно. Ага, спасибо. С днем рождения! Оу, спасибо вам огромное. Это тебе подарок от меня. Вау, это что, та самая аниме-фигурка, которую я так хотела? Да. Хм, с днем рождения, сестренка. Как мило, что ты все-таки купил мне подарок, спасибо. А теперь самое главное. Что? Фейерверк. А-а-а, спасибо огромное. Не за что. Вообще идея с фейерверком была Мики. Никто в этом не сомневался. Я вас обоих очень люблю. Спасибо за такой сюрприз. Я и не собиралась праздновать в этом году, если честно. Да, я помню, ты говорила про это. Но мы не могли тебя не поздравить. Кстати, приходи к часу в кафе возле магазина одежды. Мы будем тебя ждать там. Хорошо, приду. Быстрее надо расставить все, пока она не пришла. Погоди, я и так помещение украшаю. Украшай быстрее, у нас остался всего час. Я понял. Я и не ожидала, что ребята сделают мне сюрприз. Я и не особо ждала свое день рождения, ведь всего через 2 дня в школу. Но я рада, что у меня такие замечательные подруга и брат. Ладно, я пойду собираться, а то надо уже идти в кафе. Приветик еще раз. Ого, какая красота! Какой же день рождения и без торта? Садись и загадывай желание. Мика вчера весь день его пекла. Ура! Предлагаю теперь поесть. Да, пожалуй, а то я голодный. Кстати, еще я слышала, что в актовом зале будет проходить дискотека, так что мы можем на нее сходить. О, давайте, я давно на них не была. Ненавижу дискотеки. Ну а Акира, ради моего дня рождения хотя бы полчаса там побудь. Полчаса и я ухожу. По рукам, я кстати уже доела. Так, надо бы собраться на вечеринку, а то уже время поджимает. Я тут. А где Акира? А, он с пацанами. Говорят, они выпивку протащили. Но они как всегда. Пошли тоже попросим? Ты прямо читаешь мои мысли. Пошли, конечно. Акира, а можно нам тоже? Вы еще маленькие, нет. Да блин, ты серьезно? Да, валяйте отсюда, девчонки. Ах вы. Эй, а ну-ка стойте. Туда их, ахахаха, ага, наливай. Круто потусили. Ага, жаль, такие вечеринки бывают только на летних каникулах. Это точно. Но повезло, что мы хотя бы на одну из них попали. Спасибо за такое классное день рождения. Не за что, подруга. Я пойду домой, а то с ног валюсь. Ага, и я. Мика, тебе помочь дойти до дома? Ой, Сора, спасибо, конечно. Пока, Мэйка. Пока. Наконец-то я дома. Можно поужинать и лечь спать. Классный день сегодня был.